Всем привет, с вами Реми Вол, и это какой-то блог, я уже не помню, кажется, четвертый. Вот, я уже пришла с английского, теперь я буду на английский ходить в понедельник и пятницу, а в бассейн я буду ходить вторник, среду, четверг. Вот, чтобы побольше раз в бассейн сходить. Вот, сейчас я буду монтировать вчерашний влог. Вот, пойду выпью таблетку. Вот так. Сейчас я буду собирать портфель в школу, особенно по технологии, там такое надо собрать. Вот так вот. Смотрите, какой у меня опасный набор всяких вещей. Вот это вот пинцет, сейчас покажу. Вот пинцет. Надо вот брать, чем что-нибудь нам надо трудит на труд. Маникюрные ножницы. Остренькие. И обычные ножницы, только с острым кончиком. Вот такие вот у меня острые с собой предметы. Я их положила в коробочку от PSP. Просто там PSP все равно у меня уже сломан, коробочка осталась. А сейчас вот эти вот карандаши, которые лежали в этой коробке, буду перетаскивать в этот пенал. Буду их точить в этой точилке. Я вам забыла сказать, что я, когда пойду в школу, буду снимать на телефоне влог. У меня будет вот так вот, два влога в один день. Просто камера, я вам говорила, очень огромная. С собой не хочу его брать. Вот, вот у меня будет первый влог, это там дома, а второй влог 2. И та же дата будет, это в школе там или у кого-нибудь, у подружки там в гостях. Сейчас я буду обедать суп с гречкой, лимонад и хлеб. И те, кто кушает, приятного аппетита. Вот, пожалуйста, извините, что сегодня не будет влог, потому что у нас что-то с интернетом. Папа уехал мой, потом приедет, что-то сделает. Тут что-то с нашим роутером случилось. Так что извините, пожалуйста. Может быть, влог выйдет вечером, там, в 6-7 часов. А может быть, вообще выйдет он через день-два, я пока еще точно не знаю, так что извините. Так что ладно, всем пока-пока, я пошла в школу. Как я иду в школу, будет во второй части влога. Всем привет, я уже вернулась со школы. Вот, перед тем, как я пошла в школу, я сделала вот что, гадалку. Я думаю, вы знаете, что это такое. О. Ну, короче, сейчас покажу. Так. Вот, ведете двумя пальчиками, четырьмя, и вот так. Вот так. И мне сегодня папа купил... Та-да-дам! Папа мне купил доску. Вот, здесь мама уже тряпочку положила, и папа мне еще купил стульчик такой, мягкий. На нем очень комфортно сидеть, вот особенно вот эти вот для спины, они очень удобные такие, так что круто. Это все мне на 8 марта. Конечно, еще 8 марта не наступило, и вот. Но мне папа заранее купил, потому что он ездил в Москву, ему что-то там по работе надо было, и он заехал, купил мне доску. Я его не просила, чтобы он купил стул, но он мне купил. Вот. Так что спасибо, папа. Сейчас я буду делать английский. У нас только интернет и не появилось. Жалко.
Это мой рюкзак, там стоит и пенал. Вот так. Вот завтра суббота, в лицей. Воскресенье. Так что сейчас буду делать английский. Я не знаю, если я выложу вторую часть сегодняшнего дня блог. Я не знаю, может, вам не интересно будет, потому что там я вообще очень мало сняла, где-то 2-1 минуту. Ну, ладно, если вы захотите, то я выпущу. Ну, я и так его выпущу. Я же сказала, что я выпущу, значит, выпущу. Вот так. Может быть, интернет появился, но я еще пока что не смотрела. Вот бы он все-таки появился. Ура, люди, у меня появились. Ой, что появилось? У меня появился интернет. Хи-хи. Так что скоро я буду монтировать видео, так, когда я сделаю английский. Я просто включила компьютер, чтобы послушать на диске кое-какое задание. И смотрю, у меня интернет подключен. Ура!